До 4 миллионов человек в Казахстане ежегодно болеют ОРВИ гриппом с октября по март. Такую статистику озвучили в Минздраве. Сейчас в стране проходит кампания по вакцинации от гриппа, а врачи рассказывают, как отличить его от простуды. С гриппом на работу не сходишь, говорят медики. Если внезапно поднимается высокая температура, начинается ломота, которая буквально приковывает человека к постели, это грипп. Если же заболевание начинается с насморка и боли в горле, а уже потом поднимается температура, это ОРВИ. В этом году ждут циркуляции вирусов гриппа типа А, H1N1. Это тот самый птичий грипп, который сегодня уже не так пугает, как раньше. А также вирус гриппа типа H3N2 и B. Все эти штаммы включены в вакцину, которую закупили в России. Всего 2 200 207 тысяч доз. Более 145 тысяч казахстанцев уже привились. Ежегодно с октября по апрель в стране регистрируется около 3-4 миллионов случаев ОРВИ и около 2 тысяч случаев гриппа. В прошлом году простуд было меньше этого уровня. В сентябре текущего года зарегистрировано 544 тысячи случаев ОРВИ. Отмечается снижение на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Возможно, связано с... В прошлом году было раннее похолодание, и количество случаев было увеличено. И вот как мы отмечаем в данный момент за аналогичный период небольшое снижение.